Вы на канале делаемсвет.ру. Мы снимаем короткий обзор на светильник фабрики Мантра из серии Нордика. Это подвесной светильник 4928, то есть с белым плафоном, с белым основанием. Светильник на одну лампу компактную люминесцентную 23 ватта. И сейчас мы посмотрим, что он из себя в реальности представляет. Диаметр плафона 450 мм, высота 220 мм. В общем-то, в чем прелесть этого светильника? На самом деле, его прелесть именно в том, что он, кроме того, что оригинально выглядит, он еще и классно сделан, и у него есть интересная функция. То есть мы можем с вами, так, вот так вот у нас монтируется на потолок, здесь у нас планка. Значит, вот здесь мы открепляем зажим и переставляем, регулируем вынос нашего плафона и угол, на котором будет держаться этот вынос, скажем так. Вот так вот мы закрепляем. Зубчиками здесь все замечательно сходится. Поближе покажу. Вот, конечно, здоровское качество шнура. Здесь все сделано аккуратно. Ну, тут ничего особенного, здесь просто цоколь на конце. Так, то есть вот мы прикрепились к потолку, цоколь и плафон. Плафон на картинках видно плохо, поэтому мы снимаем обзор, чтобы показать вам и плафон поближе тоже. Плафон, так, сейчас пальцем туда залезем, тканевый. Вот он в такую сеточку. Монтаж простой, относительно основания он достаточно крупный. Вот. Но выглядит будет оригинально. Все, спасибо за внимание. Покупайте светильники Мантра в компании Делаем Свет. Даже если у нас их каких-то позиций нет на сайте, вы можете всегда позвонить, сделать запрос через форму запроса. Мы все это оставим внизу. Подписывайтесь на канал для обзоров новых светильников. И спасибо за внимание. До свидания.